такой рисунок, нарисованный на стене дома. Инжир. Дворик во дворе. Там люди огородики еще. Это публичная библиотека. Кто хочет, взял, почитал книжечку и поставил на место. Не пойму только, что у них там растет. Пряные какие-то. Там шлем, я думала, что это за штука с оцинковки сделанная. До наших огородиков, конечно, им далеко. Стихийный рыночек рукодельниц. Вещи, сделанные своими руками, продают. 15 евро блузочка. 10 евро с кусочком на шее. Поделки, травки, муравки, губные, вязание, бижутерия, сумочки и всякие фигнюшечки.